Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии працую Александр Гамоля. Добрый вечер. Глядите в этом выпуску. 31 снежня завершается период параллельного звороту старых и новых банкнот. Гаджет для худкого пошуку сгубленных речев распрацевал гомельский студент. У зоопарку городского поселка Октябрьский Дед Мороз проводит подороже у свет живой природы. Супрацовники радио «Гомель-ФМ» подвели выники конкурсу видеороликов. Сегодня у Гомеля ушановывали первого в истории Беларуси олимпийского чемпиона Леонида Гейштера. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Национальный банк Республики Беларусь нагадывает, что 31 снежня 2016 года завершается период параллельного звороту старых и новых банкнот. Уже 1 студеня гроши узору 2000 года не будут принимать у крамах. Старые банкноты подлегают обмену до 2019 года у национальном и інших банках, а до 21-го – уголовным финансовым ведомстве. У связи с надыходящими святами серьезных змен в работе организации оховы здоровья не плануется. Так, для больниц и поликлиник святочный график установлены на 1 и 7 студеня. В звычайном режиме установы оховы здоровья працуют 2 студеня. По субботнему графику пациентов будут принимать 31 снежня и 21 студеня. Дежурные змены приемных отделений, у травматологичных пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будут узмоцнены квалификованными специалистами. Милиция раит на новогодние гуляни приходить загадя. В местах массового отпочинка усталюют мобильные турникеты, а проход будет ожитявляться праз пропускные пункты после особистого догляду. Правоховники нагадывают, что оховные места не пустят громадян у стане алкогольного опьянения. Заборонено проносить с собой спиртные напои и петарды. Как известно, 2017 объявлено в Беларуси годом науки. Один из главных лейтмотивов – наука повинна приносить экономичный эффект. Науковый потенциал Гомельской области представляют амаль 200 докторов и амаль 1000 кандидатов наук. В регионе працуют 4 академичные институты и 6 ВНУ. Распрацовки гомельских науковцев содействуют социально-экономичному развитию краины. При этом яны запотребованы и за межами Беларуси. Каждый год где-то наши ученые гомельщины публикуют монографии, публикуют статьи в самых высокорейтинговых изданиях, создают объекты промышленной собственности, патенты. Это по 1,5–2 сотни патентов в год гомельская наука выдает. Это мы как-то посчитали, где-то около 5 миллионов долларов – это вклад гомельских ученых в экспортный потенциал гомельщины и страны. Я думаю, что те мероприятия и та деятельность, которая будет всеми участниками, причастными к научно-техническому прогрессу в стране, осуществляться в течение года науки, принесет еще больше плодов. До інших тем гаджет для худкого пошуку сгубленных речев распрацевал студент ГДТУ имя Сухого Александр Матвиянков. Свою выноходку он представил на конкурсе «100 идей для Беларуси». Про принцип работы прилады доведались наши корреспонденты. Ідэя аб стварэнні гаджэта ў студэнта 5-го курса машынабудаўнічага факультэта Александра Матвіянкова нарадзілася некалькі гадоў таму. Аднак да рэалізацыі справа дайшла толькі сёлета, калі студэнтам ГДТУ прапанавалі паўдзельнічаць у конкурсе «100 ідэй для Беларусі». Адным з самых актыўных стаў Александр. Его научны руководитель і заместитель декана нашого факультэта машынастроительного Бустенко Владимир Михайлович после того, как были предложены идеи, отобрал наиболее значимую и легко выполнимую, что самое важное, потому что идея должна быть простой, она должна быть легко выполнима и должна быть интересной широкому кругу потребителей. На реализацию проекта не треба великих сродков. По попередних разликах, гаворка идеи не больше, чем про 1000 рублей. Идея затекавила журы областного этапа конкурсу «100 идей для Беларуси», и Александр стал одним из 6 переможцев. В будущем годе свою находку он представит у Минску на заключном республиканском этапе. Принцип работы там всего лишь, она состоит из 4 вещей. Это батарейка, корпус, гарнитура Bluetooth, чтобы связываться, и динамик. Брелка – это устройство, да, и потом, когда мы берем в руки телефон, мы включаем Bluetooth, находим в списке активных соединений это устройство, нажимаем, и оно начинает пищать.
Вот, и его легко будет найти. Покуль распрацавана только теоретичная частка проекта. Над рабочим прототипом Александр почне працавать у ближайший час. Ему допомогут выкладчики университета. В установе различивают, годно представить проект на заключенном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» и спадзяюцца перамагчы. Дмитрий Котов, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Новогодние цуды приходят до тех, кто их чакая, и узросту зусім не перешкода, каб радоваться им по-дитячему щиро. С новогодней программой и віншаваннями у Дуяновский дом-интернат для состарелых и инвалидов сегодня завітав творчий десант с гомельского дитячего дома. Дарэчы, многие из постояльцев социальной установы уже отримали особистое віншаванне от своих унуков по переписце. Это назва уникального проекта, который реализуют выхованцы дитячего дома разом с областным комитетом БРСМ. Некалі кинутые властными батьками, дети выбирают с базы даденных одиноких пожилых людей, с якими хотели бы завязать переписку. Таким чином люди разных поколений с однолькова вострым жаданием знайсти родную душу, отрымливать тое, про что марать – подтримку и теплыню. У них нет человека, с кем они могут поделиться, рассказать что-то интересное, пообщаться, попереписываться. Мы стараемся приезжать на каждый праздник, и даже не в праздничные дни, чтобы просто поделиться, чтобы им было хорошо, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы они знали, что где-то там сидит внучка и пишет ему сейчас письмо, и она скоро приедет. Нет у меня сейчас никого, ни брата, ни одного, ни сестры, никого, ни матери, ни отца, ни двоюродных, никого. Я один. Охота общаться. Спасибо милому Богу, что встретилась она. Для меня это большая радость. Подробязную информацию, как стать удельником проекта «Унуки по переписце», можно найти в социальных сетках або на сайте Гомельского областного комитета БРСМ. Супрацовники ДАИ сегодня вышли на патрулирование одного из самых оживленных скрыжований у Гомеля, каля площади Паустання. Однако в этот день они никого не штрафовали, а только віншавали с надыходящими святами и нагадывали основные правила безопасности. Звыклую форму супрацовники ДАИ изменили на костюмы Снягурки и Деда Мороза. У роли казачных героев инспекторы раздавали цукерки, календары, фликеры, памятки с корыстными парадами и правилами дорожного руху. Такая профилактичная акция на передаде Нового года давно стала традицией. Что год до ЕЕ долучаются сотни человек. Все лето удельниками стали каля 300 водителей и пешеходов. И ровно столько корыстных и смачных сувениров раздали инспекторы в этот день. На самом деле мы сотрудники госавтоинспекции Гомельской области. И сегодня мы поздравляем всех гомельчан с Новым годом. Решили примерить на себе эти прекрасные костюмы Снегурочки и Деда Мороза. И поздравить наших всех участников дорожного движения с Новым годом и напомнить, чтобы в эти прекрасные дни они не нарушали правила дорожного движения. Всего самого хорошего в Новом году. Счастья и здоровья вам. Цікавае і павучальнае профілактычнае навагоднія мерапрыемства для дзяцей правялі супрацоўнікі Гомельскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях. У рамках рэспубліканскай акцыі «Бяспечны Новы год» супрацоўнікі МНС разам з юнымі выратавальнікамі нагадалі гомельскім школьнікам аб правілах паводзінаў падчас святаў. У прыватнасці пра небяспеку, якую могуць несці піратэхнічныя вырабы. Тематичная акция сопровождалась проведением конкурсов и гульняв с уделом незвычайного Деда Мороза у пожарной форме. Так само организаторы мероприемства раздали детям профилактичные буклеты с корыстной информацией, якую нельга забывать и дорослым. Супрацовники радио Гомеля ФМ подвели выники конкурсу видеоролика у «Манекен Челлендж». По его умовах на официальной сторонце радио ВКонтакте треба было разместить новогоднее видео. Один из самых крональных роликов пришел с детячего ясли сада номер 86 города Гомеля. Творчий коллектив радиостанции не выставил перед обаяннями и широстью маленьких артистов и вырашил заохватить их старания специальным солодким призом. Сегодня радиоведущие завитали у дошкольную установу с отказной миссией передать детям кошек с цукерками.
Тим часом переможцею проекта стала Вікторія Кучаренко. Яна отримає суперприз – пара-очищальник. Уладальнику другого місця Дмитрию Морозову достанеться ювелірне упригожування. Ми – молодіжна радіостанція «Гомель ФМ», і ми вирішили, скажімо так, йти в ногу со временем. Думали, що нас слухають молоді люди від 15 до 30 років, але виявляється, що слухають нас від 3 где-то років. Ми були приємно удивлені і вирішили, звісно ж, поощрити дітей сладкими подарками. У городском поселке Октябрьский до новогодних мероприемств долучился мясцовый зоопарк. Подороже с Дедом Морозом сярод экзотичных живел оказалось настолько цікавым, что заявки на удел сюды дослали навод из некоторых регионов России. Олег Сенцеров наведал установу. Теперь уже тяжко уявить, а некогда Октябрьский зоопарк начинался за одного дика. Сегодня тут около 180 живел, больше 80 видов. Некого, правда, на зиму пришлось перевести у теплые вольеры. А на видовищность новогоднего подорожья это не поуплывало. Вот тут як, там алтайский морал, а там канадский волк. Зараз это не просто годованцы Октябрьского зоопарка. Разом с Дедом Морозом и Снегуркой они принимают удел у цікавом новогоднем подорожье. У традиционную зимовую спяшку не лег навод медведь. Работники зоопарка жартуют, когда каждый день смачная ежа у достатковой колькости. Кто от такого отмовится? Умовы утримания тут хоть и наближены до природных, але все ж таки зоопарк далеко не дикий лес. Во час экскурсии Дед Мороз со Снегуркой расскажут про каждую живелу. Когда планы реализуются, у наступном годе их колькость, до речи, повинна повеличиться. В Минском зоопарке мы буквально вот на днях приобрели европейских ланей. Ну и в перспективе сейчас планируем приобрести пятнистого оленя в Могилевском зоосаде. У новогоднего подорожья по зоопарку свои особливости. До вольеров зусим близко не подыходить, до живел не докранаться и ни у яким разе не спробовать их кормить. Дед Мороз хоть и казочный, але за выполнением этих правил назирая строго. Правда, дети особливых проблем не створают. Для их это перш за все встреча со светом живой природы и героями любимых мультфильмов. Мне очень понравилось волк и медведь. Они очень классные и они очень умные. Мне больше понравилось белочка и лисичка и кролик. А мне понравилась лиса, потому что она в каждом мультике участвует. Олег Сенцеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», городский поселок Октябрьский. Планы работы на 2017 год сегодня мерковали удельники коллегии управления спорту и туризму Гомельского облвыканкама. Подчас мероприемства отбылась церемония ушанования первого в истории Беларуси олимпийского чемпиона Леонида Гейштора. У 1960 годе у Риме разом с Сергеем Макаранком он завоевал золото у споборництвах по веслованию на каное. Некольки дён тому из рук президента Беларуси Александра Лукашенко Леонид Гейштор отримал орден Национального олимпийского комитета. До того ж у кастрычнику Леонид Рыгорович отзначил 80-годовый юбилей. Олимпийцы зараз находятся у неадренной физичной форме. Секрет просты. Не надо опакивать, не это пройдет. Выговор сделали, ну и слава богу, сделали, а ты забудь о нем, в кармане не носить. Он не надо переживать. И об спорте отбылись четвертьфинальные матчи розыгрышу Кубка Беларуси по мини-футболе. На эту стадию турниру пробился только один коллектив с Гомеля – ВРЗ. У соперники вагонобудовникам достался столичный дорожник. Про зыход сустрэчы ведая Максим Савин. Двухматчевая серия почалась у Гомеля. Помеж собой гуляли на данный момент первая и третья команды чемпионату. Так что явного фаворита вызначить было тяжко. Господары почали встречу больше активно, уже на первых хвилинах створивши несколько небеспечных моментов. Уголки передорожника працы хапало. До середины стартового тайма меньшане прибавили. Их контратаки стали больше худкими. Не на 15-й хвилине это принесло плен. Юрий Дегтяренко помылился на выходе, чем скористался Руслан Кислюк 0-1. На опошних секундах первого тайма вагонобудовники могли сравнять лик, однако мяч чудом не трапил у ворота меньшан. После перепынка удача все ж таки усмехнулась господарам. 7 секунд потребовался ВРЗ, как забить. 1-1. Опять наступили на те же грабли, что и в игре первого круга. На первой смене, на первой минуте пропускаем мяч. Тем более, что просил сконцентрироваться, особенно первая смена отыграть. Ну, не получилось. До конца тайма господары доминовали на пляцовце и прикладали намагания, как выйти на первый. Недобрых моментов створили немало. Однако мяч у парта не летел в створ воротов. А коли летел, то голкипер был на месте. Так что лишь бы на табло не изменились. Ничья 1-1. Выник, який задоволил гостей, але не господару. Ну, конечно, хотелось на своей площадке выиграть, но, тем не менее, есть второй матч, в котором будем стараться пройти в следующий раунд.
Матч у отказ отбудется 8 студеня у Минску. Финал Кубка Беларуси по мини-футболе примет гомельский спорткомплекс «Локомотив». Уладальник трофея вызначится 22 студеня. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Гэта і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.